Так а что Вова звонил? Он дома? Нет, он не дома. Домой его никто не отправит. Их отправили на поезде в другие госпитали из Питера. Потому что Питер переполнен, там экстренные. Ну, как бы такие тяжелые очень. Сегодня, наверное, напишу, мне скинули Путину обращение. Напишу, что... Ну, опишу всю ситуацию. Да нахуй, не надо ничего писать. Нет, я напишу от начала и до конца, до выплат. И вообще, что до сих пор такая погода и одежда не выдана. Ну, я в ней не буду ходить, даже если ее выдадут мне. Вон, выдали Валентину, она, блядь, стоит на улице. Он мне не ходит, потому что у нее ноги сломаешь, как на коньках, подошва круглая. Поняла. А что ты там собралась Путину писать? Путину, по-моему, вообще похую. Ты ему напишешь, она один не дойдет. Ну, я не знаю. Сказали, очень быстро реагируют. В течение 3 дней обращение рассматривается. И результат и есть. Ну посмотрим. И что? А какой результат? Выплаты, блядь, после 10-го. Пусть разберется по поводу выплат. У нас кто жалуется, пишет, блядь, всех нахуй, хуй знает, куда их увозят, блядь.